Всем привет! Сегодня играем в игрушку Inside. Это платформер 16 года. Разработчик у него Playdead. Издатель, соответственно, тоже Playdead. Сам платформер довольно простой, не знаю. Так. Но что увлекает, у него хоть и довольно мрачная атмосфера, он довольно продуманный, тут есть небольшой сюжет, есть свои головоломки, он чем-то похож на игрушку Limbo, вроде как издатель у них один. О, разработчик у них тоже один, кстати. У него довольно хорошие отзывы, как от критиков, так и от людей. И она даже получила несколько наград, если я правильно помню. Вначале, как видим, все довольно простенько. Музыки, кстати, почему-то нет. А, тут ее нет. Это этот. Тут небольшой слэшер есть, то есть на звуки можно пугаться. Ну и для атмосферы. То есть она очень атмосферная. Ну и довольно мрачная игрушка. Так, я тогда отключу микрофон, чтобы не отвлекать от геймплея. Поиграем немного, минут 10 буквально. Просто показать, что за игра.